Как я рада вас видеть. Лайс, ты ни на капельку не изменилась, сука ты драная. Потому что я люблю эту семью, и я не хочу, чтобы мой внук в аду горел. Я тебя люблю, деда. Твои ногти того же цвета, что и мой школьный автобус. Пап, чего ты делаешь? Здесь нету креста. В каждой кухне должно быть распятие. Ну да, ничто так не передает аппетит, как полуголый кровоточащий жид, прибитый к деревяшке. Да уж, операция прошла на славу. И ты знаешь, что самое забавное? Попробуй облизаться. Ублюдок! Энси, принеси мне пивка. Мормонам запрещено пить алкоголь. Питер, ты только что вынес в мусорках тех женщин? Нет, возможно. Будьте осторожнее на исповеди, рассказывая священнику, что изменяете жене с филиппинским транссексуалом. Ну, ты вне опасности, Даяна. Ты ходишь в церковь, чтобы лишь оставить своих немытых, полумертвых, нежеланных детей. И надеюсь, что следующий скачок будет скачком домой. Что ты вытворяешь с моей женой? О, боже. Эй, Сьюи, три часа, пора смотреть взгляд. Нет, 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 только не опять! Успокойся, Сьюи. Доктор Питер, передай, пожалуйста, картошку. Ой, твою Мэг! Что случилось, мистер Си? Фонс, я хотел порадовать Мэрион на нашу годовщину. Но, как ты знаешь, у меня проблема с эрекцией. Опа, ну вот. Спасибо, Артур. Тайл, не отнесешь меня наверх? Я хочу посмотреть на свои игрушки. Нет, я смотрю телевизор. Ну давай, я же болею. Ну ладно, иди сюда. Я не был таким разочарованным с тех пор, как потерял девственность. Если хочешь, можно пойти позавтракать. Дай мне знак. Привет, я Линдси Лохан. Вот так вот краб ходит. Еще как! Слава Фонзи! Два дня назад это был простой старый сарай. А теперь, благодаря тебе, это старый сарай с табличкой. Все возможно с Господом Богом Артуром Фонзарелли, сын. Пожалуйста, встаньте. А теперь сядьте на нее. Окей, окей, готовы? Поехали. Я женщина, у меня высокий голос, у меня половые органы внутри, и я хожу по магазинам. Мне с вами поговорить надо. Вчера ночью я переспал с молодой блондинкой и ее матерью. Прикольная история у тебя, Квагмайер, но у моей церкви нету исповедальни, поэтому нет смысла мне это рассказывать. Да ты что? Да я всем буду это рассказывать.